А вы любите подарки? А вы любите приятные сюрпризы? Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Мои хорошие, настроение просто великолепное. Еще не видела, что там внутри, но я хочу показать вам эту чудесную посылочку от интернет-магазина «Кудель». Первый раз я получаю ниточки на обзор из этого интернет-магазина. И я, конечно же, знаю, что там, но я ни разу не видела эти ниточки вживую. И вот, борясь со соблазном быстрее разорвать эту посылку, я все-таки решила сделать это вместе с вами. Потому что чувствую, что там неимоверная красота. Ой, что же там внутри? Давайте вместе это откроем. Не нашла ножницы меньше. Но, как говорится, большому кораблю большое плавание. Боюсь повредить. Сейчас аккуратненько все это дело распечатаем и посмотрим, что же там находится внутри. Боже мой, я уже вижу, я уже просто в неимоверном восхищении. А как же хочется это быстрее связать. Итак, давайте посмотрим. Боже мой, какая красота! Мои хорошие, посмотрите, какая я богачка. И это еще целлофан. Итак, часто видела в обзорах эту пряжу, но никогда не решалась ее купить. Потому что пряжа, вам хочу сказать, не из дешевых. Это пряжа опал, производство Германия. Вообще эту пряжу позиционируют как носочную. Но, мои хорошие, я, честно говоря, не решусь вязать из такой пряжи носки. Вы посмотрите на эту прелесть. Сейчас вот на солнышко передвину камеру. Какой принт! Неимоверное ощущение! Просто шик! Нет, мои хорошие, вы меня простите, но носки я не буду из этой пряжи вязать. Меня просто задавит жаба. Это пряжа опал. Сейчас вот сфокусируем. 75% супервош — это шерсть, вот вы сейчас видите, и 25% полиакрил. Сейчас найдем длину ниточки. Значит, цвет здесь 89-72. Вот сейчас очень хорошо фокусируется. Прежде чем выбрать эту пряжу, там такое разнообразие в этом магазине «Кудель». Девочки, я, наверное, 2 часа, вот не побоюсь этого слова, я 2 часа выбирала, чтобы понять, на каком оттенке мне остановиться. И это, и то, и все мне хотелось попробовать. Вот здесь нарисованы носочки. Пряжа позиционируется как носочная, но на Ютубе я видела, что из нее получаются очень красивые свитера, жилетки, джемпер. И даже я видела, что из нее очень красивый получается палантин. И чем меня привлекает эта пряжа? То, что по многим отзывам, я вчера на Ютубе нашла отзывы по этой пряже, и там видео попало, тестируют носки. Так вот, носки получаются неимоверного качества. После 2 лет носки, можете себе представить, это как минимум 4 сезона. Но если учесть
даже 6 сезонов, то есть осень, зима и холодная весна. И вот 2 года девушка показывала носки из этой пряжи, ни одного катыша там, то есть пряжа не пеленгуется. И я, конечно же, мои хорошие, я не буду эту пряжу пускать на носки. Ни в коем случае. Да еще такой красивый принт. Я пока не знаю, что я буду вязать из этой пряжи. Пряжа красивенная. Но мне очень хочется связать какое-то плечевое изделие. Но на носки, конечно же, я ее пускать не буду. И, наверное, в составе вот то, что здесь шерсть 78%. Сейчас, секунду. Это 25% полиакрила, наверное, и дает этой пряже, ну, такую прочность, да. Но меня больше всего порадовала даже не прочность, а меня порадовало то, что эта пряжа не пеленгуется. Если верить видео, где я просматривала вот эти носочки после 2 лет носки, ни одного катыша там нет. Давайте посмотрим, что рекомендует производитель по спицам. Значит, спицы здесь 2,5 миллиметра, достаточно тонкие спицы, стирать в 40-градусной температуре, утюг на единичке, ну, конечно, не отбеливать, здесь не химчистка. Вот здесь перечеркнуто почему-то не стирать в машине, но девушка, которая рассказывала вот о своих носочках и вообще об этой пряже, она говорит, что стирается прекрасно в машинке. Конечно же, нужно попробовать какой-то образец и посмотреть, что будет с этим образцом. Я, конечно, не буду стирать в машинке, я вообще очень скептически отношусь вот к пряжам. Девочки вот и Ализе стирают Cotton, там Gold и многие другие пряжи, и говорят, что с ними ничего не происходит. Я побаиваюсь, и мне как бы несложно простирать вязаную вещь вручную. И поэтому все свои вещи я, конечно же, стираю вручную. Мои хорошие, я в таком восторге. Я благодарю магазин Кудель. Я ходила в этот магазин, ну, как бы по этому сайту. Магазин большой, много товаров не только для вязания, много товаров вообще для рукоделия и достаточно приятные цены. И еще меня поразило то, как быстро доставилась эта посылочка. Буквально после 2 дней общения с менеджером этого магазина, вот в пятницу это было, сегодня у нас, ну, там выходные, если их выбросить, суббота, воскресенье, да, буквально прошло там 2 дня, сегодня среда, по-моему, да, 2 дня на доставку этой посылки. И очень рано позвонил курьер. В общем, весь день у меня свободен, то есть я ждала. Теперь уже сейчас время около 10 утра, и посылочка у меня дома в руках. Неимоверное ощущение, очень мягкая и очень приятная ниточка. Знаете, так хочется мне из этой ниточки связать. Я не знаю, у меня вот 600 грамм этой нитки. Так, а я не сказала про метраж. Сейчас посмотрим метраж. Если 2,5 спицы рекомендуют, то здесь хороший метраж. Да, 425 метров в 100 граммах. Думаю, что мне вполне хватит на платье или теплый жилет, такой удлиненный, я имею в виду, такой кардиган, можно сказать, без рукавов. Я думаю, что мне с таким метражом вполне хватит. Ну, а там посмотрим, что это будет. Но я думаю, что это будет очень-очень красивая вещь. Да, что читала я про эту пряжу. И в общем, меня все устроило. Экологически чистая пряжа. Вот посмотрите, здесь нам
поскольку ее позиционируют как носочную, здесь вот представлены различные цвета этой пряжи. Но то, что здесь представлено, поверьте, сходите в магазин Кудель, и вы зайдите и посмотрите на эту пряжу Опал, какой там выбор. Причем там есть расфасовка моточков как по 100 грамм, так и по 150 грамм. Ну, естественно, цена выше. Но, в принципе, то на то и выходит. Просто разная расфасовка. Вот посмотрите, какая прелесть получается в итоге. Так, что еще хотела сказать по производству этой пряжи. Значит, это высокие технологии. Пряжа, в общем, выпускается в Германии. Сейчас я даже здесь... Сейчас где-то я видела. Вот. Made in Germany. Так что думаю, что качественная пряжа. Но она не из дешевых. Хочу вам поподробнее рассказать об этой прекрасной пряже, где она производится и что из нее можно вязать. Просто зачитаю. Хотя пряжа специально и разработана для вязания носков, она может с успехом применяться для любого другого вязания. Особенностью ее является очень прочная и качественная смесь из шерсти и полиамида. Коллекция пряжи создается в альпийском городке Гехинген у подножия замка Хоенцоллерн. Используется только чистая природная шерсть с швабского горного пастбища, которая подлежит контролю немецкой экологической лаборатории по строгому стандарту Ecotex и подходит даже для детей ясельного возраста. Представляете? То есть пряжа не колется, хотя такой большой процент шерсти здесь присутствует. А это означает, что это действительно хорошее производство, хорошие машины, которые делают обработку шерсти. Пряжа производится небольшими партиями и продается эксклюзивно только у нас. Одного мотка пряжи вполне хватит на пару носков. И характеристика производителя. Мягкая, впитывающая влагу, приятная на ощупь, не сваливается, не садится, очень экономичная, можно стирать в стиральной машине на 40 градусах. Да, странно, а я здесь увидела значок, что нельзя стирать. Может быть, я просто еще не разобралась со значками. Так что стирать в машине можно. При 40 градусах производители рекомендуют спицы 2,5. На вязальном образце 10 на 10 получается 42 ряда по 30 петель. Вот такая чудо-пряжа. Рекомендую. Руки горят. Сейчас закончу джемпер «Мираж». Ой, и быстро к новым проектам, к новым победам, к новой красоте. Девочки, очень рекомендую эту пряжу. Я в видео напишу, как она называется, если вам очень понравился этот оттенок. Но кроме артикула, вот сейчас я сфокусирую, 89-72, у каждой пряжи есть название. И поэтому, пока вы найдете вот этот артикул, там на сайте очень много, так скажем, названий. Так вот, моя пряжа, сейчас тут у меня компьютер стоит, называется Regenwold XI. Regenwold Opalt, Regenwold. Потому что там очень-очень много всяких названий вот этой пряжи. Думаю, что с таким метражом в 400, сколько там, 25 метров, очень хороший получится даже тонкий кардиган. Я горю желанием скорее увидеть, как этот принт будет ложиться в узоре. Я видела палантин, не помню какой, как-то Натали СВ, по-моему, канал называется.
У нее она вязала палантин, и, по-моему, даже пряжа очень похожая по артиклу. Изумительно ложится в ажуре, и она сказала, что, ну, когда вязала, вроде грубовато получается, вязала спицами. А когда постиралась, все стало мягким, все улеглось. В общем, подходит не только для носков. И носки я точно не буду вязать из этой пряжи. Так что в магазин Кудель. Кстати, в магазине Кудель действует хорошая система скидок. Значит, при заказе на 1600 рублей скидка 3%, 2500 – 5%, 4200 – 10%, 7000 рублей – 15%, и 9800 – это 20% скидка у вас. Значит, вот эта пряжа стоит 484 рубля за 100 грамм, казалось бы, дорогая, но поверьте, почитав отзывы, многие пишут, что оно того стоит. Я с удовольствием, очень с удовольствием повяжу из этой пряжи. Конечно же, покажу мастер-класс. Не знаю, насколько это будет подробный мастер-класс, попетельного точно не будет. Но я постараюсь сделать так, чтобы вы связали вещь, которую я выберу, модель, тоже вместе со мной. Ну а пока я благодарю спонсора интернет-магазин Кудель. И с вами на сегодня прощаюсь. Пойду делать мастер-класс по джемперу Мираж. Всех люблю и до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.